Дамы и господа, мы продолжаем и представляем вам трехраундовый бой в наилегчайшем весе. Следующий бой в наилегчайшем весе. Мастер спорта по рукопашному бою, представляющий клуб Айкол Манас из Таджикистана, Руслан Раджабов против мастера спорта по боксу, представляющего клуб Велес из Донецка, Юрия Рощина. И в синий угол добро пожаловать, боец из Таджикистана. Встречайте, Руслан Раджабов! Красный угол, добро пожаловать, боец из Донецка! Встречайте, Юрий Рощин! Итак, знакомьтесь, боец в синем углу,
Ему 24 года, рост 174 сантиметра. Вес 57,1 килограмма, а профессиональный рекорд – одна победа, без поражений. Он мастер спорта по рукопашному бою, представляющий спортивный клуб «Айкол Манас» из Душанбе, Таджикистан, Руслан Раджабов. Его соперник в красном углу клетки. Бойцу 24 года, рост 164 сантиметра, вес 57,3 килограмма. Профессиональный рекорд такой же, как у оппонента. Один бой, одна победа. Мастер спорта по боксу, представляющий клуб «Велес» из Танецка. Приветствуйте, Юрий Рощи. Рефери поединка Армен Ананян. Судья, лету. Бойц готов? Готов? Тайм! Фуй! Через корпус.
Правой руку. Вот там, хорошо, хорошо. Спокойно дышать, не зажимается. Выдергивать, подобрать ситуацию. Смотри на его движение, как он когда это корпус, как он делает. Опа, она раз не подкачивает. Хорошо. Барду даст шапа. Идешь, идешь. Добавить нужно будет второй потом. Знаешь, что дойдет? Знаешь, что? Чуть я молчу. Я с Барду. Папа, пацаны! Эй, давай побыстрее, побыстрее, побыстрее. Папа, боец! Второй раунд! Тайм! Фуй! Второй раунд! Печень пробей, печень туда.
Третий раунд. Почекайте, не, 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 не,
Смотри внимательно, Юра, внимательно. Корпус пробил пару раз. Вот, хорошо. Голову под мышку нужно вставить, если думаешь обойти. Да, корпус нужно вставить, если думаешь обойти. На весь курочка! Хорошо. Итак, дамы и господа, по завершении трехраундового боя единогласным решением судей победу одержал Юрий Рощин! Велес, Донецк. И аплодисменты его сопернику Руслану Раджабову. Бесконечный мир.
Юрий. И памятный.